Доброе утро, дорогие друзья. У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер. Доброго. На улице стоит ужасная жара. Мы будем танцевать буги-уги. Тот, кто понял, тот понял. Короче говоря, с лесными полевыми поисками решено немножко подзавязать. Время 2:30 ночи. Утро. Ну или утра. Мы же на месте все сидеть не можем. А жара невозможна. В 9 часов вечера было 34 градуса. То есть это вообще не вариант никак для нас. Мы выдвинулись на волжские поиски. Будем гулять по волжским берегам, искать пробки, блесны, проволоку, свинцовые грузики и что-нибудь еще. И прочие мысли. На месте сидеть, естественно, у нас не получилось. Да и скучно, что на месте сидеть. Жарко, чувствуешь. Жарко, да. Спать-то жарко. Да, спать тоже жарко. Что-то, да, аномальное такое. Кто помнит, кстати говоря, напишите в комментариях, кто помнит такую жару, чтобы было у нас в средней, да, полосе, чтобы сорокет был. Я что-то давно не припомню, чтобы вот при такой еще солнцепек. Влажность почему-то здесь вот высокая, здесь вот в Ярославской области, это точно. Вот, поэтому, дорогие друзья, поехали с нами ходить по волжским берегам, смотреть эту красоту, ну и всякие интересные потеряшки. Друзья, прибыли на место. К сожалению, воды сейчас много. Вот это жалко. Никак мы не попадем. Когда вода отходит, там дальше на шлюзах открывают, закрывают. Вот, и воды становится меньше. Она уходит метров на 20-то точно. Может, даже поболее. Вот там бы походить. Ну ладно, как есть уж. А еще пойдем вдоль берега. Вот здесь, кстати, когда вдоль берега по Минде шла старая дорога. Но здесь все заросшее. Накат-то есть автомобильный, но это нас не спасет. Так, комары да мошки. Короче, вперед пойдем. Ходим где-то час. Это промежуточный результат такой. Найдено 3 совета поздно. Потом будем показывать. Копейка, двушка, по-моему. Ты, у тебя трешка, да? Не считай ходячки. Не, я могу показать. Ну, трешечку покажу. Ой, я своим не полезу. Трешку вообще, в принципе, что-то там. А, у тебя там дофига, давай. Кругом, короче, утки с утятами. Ой. Сейчас еще покажу поближе. О, а это что за кракозябра? А, клеммы, да, трубочки. У меня грузило на 48 грамм. Круглая. Вот. Блесна. Не знаю, блесна и блесна. Блесна, конечно. Но она свинцовая. Ну, что? Кусок свинца.
Жалко, конечно, здесь имперские монетки попадают с чешуей, но это... Я думаю, что они замыты, так? Ну, замыты, да. Не, ну, вымывать-то должно здесь постоянно. Ну, что-то, может, и можно найти. Сейчас буду вам уток показывать. Они, короче, вообще не пуганы, Люба, сейчас шла по воде, они вообще... Да я ж вскапываю, они за мной. Да, выплыли из травы и прям к ней подошли. Ну, они маленькие совсем, здесь никто, естественно, не стреляет, не трогает. В полуметре ходят. Да. Поднимаем глину, они подходят, там, видимо, что-то собирают. Вот. Ну, короче говоря, за час хождения как-то так. Ну, зато пока не жарко, что, в общем-то, спасает. Вот так вот происходит процесс. Раз. И вот они за нами так и буксуют. Подростки. Причем относительно смелые. Но это не прям утята-утята. Это вот они подростки такие вот. Иду, вот, взбаламучиваю. Ну да. Ну, смотрите, прям ко мне идут. Им вообще пофигу. Вот они подошли. Вот сейчас за Любкой пойдут дальше. А вон мамань болтается в стороне. Прикольно. Еще советиков сейчас нарыли. А, кстати, 10 рублей современные. Ну, кто не знает, они чернины бьют. Это так, на всякий случай. Ну, таким, с легким отзвоном. Господи, от этой жары, от утра, от неспавшей ночи. Язык не ворочается. Вот сейчас по косе пойдем по этой. Вообще, конечно, обалденно. Здесь теневая сторона. Там город. А здесь мы, по сути, за березами заныкались. И солнце нас не жарит. Даже ветерок иногда какой-то пролетает. Вот надеемся, что может грозу принесет. О, парковка запрещена. Знак. Блин. Чего? Что ты там откопала? Ой, это тяжело. Я это в кармане так. А что там? Венец, блин. Такой кусок. Здорово. Ну, грузы, да. О, отливочка. Серьезно. Ну, бережки оставим. Те, кто переплавляет, найдут, заберут. О, чешутся. Ну, вы в рюкзак ко мне зайдите. Прибор стоит прямо вот. Вообще не боятся. Было бы что им, наверное, дать, вот покормить, наверное, с руки бы жрать стали. Это рюкзак. Люб, смотри. Совсем вон, товарищи ручные. Ну еще, да, такие, мохнатые. Еще пера еще нет, да, пушистые. И маманя плавает. Вон еще одни. Вон они. Прикольно. Ладно, мы дальше пойдем. Что ты на меня смотришь? Нам надо монетки искать. В итоге деревья спасать перестали. Вышло солнце. И все. Жара. Собираемся, едем купаться. Так, промежуточный отчетик. Фига не вижу, что снимаю. А, вижу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 советов. Ходячка. Ну, это мы уже показывали. Грузил 48 грамм. Вот как-то так за 2 часа. Невозможно, жарко. Вот, может быть, куда-нибудь вечером еще слазим. Не переключайтесь, видео будет продолжаться. Время у нас еще есть. Продолжаем разговор. Уехавшие утром с реки долго катались по нашим всяким нычкам. Старым нычкам, да. Думали, чем же нам заняться. Пытались все в малые реки залезть, но, как сказать-то, мягко говоря, не очень хорошая идея. Жара, слепни размером с лягушку, с такую, с нормальную. Несколько мест заехали, травище, то есть там просто не вариант. А ночью ходить по маленьким рекам, сами понимаете, ветки, палки, там без глаз останешься. И нечаянно заскочили на чудо-поля.
так называемые, кто давно смотрит наш канал, он, в принципе, их знает. Вот. И неожиданно обнаружили то, что они скошены. Просто удивились сами. То есть вообще неожиданно. Просто мимо ехали, ну да, заедем. Заехали. Время 10 часов вечера. Жара спала. Ну, такое у нас видео странное, да, то есть убегая от жары, получается, то есть утром в воде, вечером в поле вот приехали, взяли фонари с собой, ну, будем ходить, насколько это возможно, не знаю, вот пока вышли, комары не одолевают, слепнее днем, ой, вечером уже, естественно, нет, вот, ну, посмотрим, сейчас, я думаю, что налетят комары-то, попробуем, хотя бы еще что-нибудь найти, в жопе-то, ой, в одном месте припекает, походить-то хочется, по природе полазить, что-нибудь поискать. Но это уже все, это уже болезнь. Просто капитальная. Короче, идем на второе поле. И попробуем работать там. Пойдемте с нами. Смотрите, как обалденно ходим. Время 11 час. За нами туман такой ползет. Я забыл совсем сказать, сейчас гроза прошла вечером. Ну, такая сильная. Да не вечером, а днем. Ну, днем, да. У кого-то там это... Качели летали на участках. Соответственно, влажность высокая. Сейчас еще лыжи. Ну, в принципе... О, пожалуйста. Запотел. Не понимаю. Чего не понимаю? Экран? Да. Так, немножко онлайн. Комары, в принципе, долбят. Не пойму, что тут. Раз на камеру снимем. Ну, пока только мусор попадается. Может, вспашка была неудачная. Где-то здесь он у тебя сверху катается, ты в него упираешься. Ну да, но только я не поняла, что я упираюсь. Опять дробина. Дробинка? Да. Ну, здесь же на кабанов ходит. Что такая у нас здесь красотень. Не жарко. Это уже хорошо. Ну что, друзья. Поскольку сигналов у нас не так много, то, в принципе, перспективные мы можем поснимать и онлайн. Оно, в принципе, особо не напрягает. Хорошо пищит? Пока видно. Пока еще совсем не стемнело. Солнышко еще. Оно самое интересное, что мы, в принципе, по монетам не ходили уже, ну, вот второй год. Вот мы выползли по монетам. Мы как-то вот переключились. Ну, потому что так вот неожиданно повезло. Ну, да. Его скосили. Они вообще собирались его забросить. Так, куда это? Мы-то все-таки... Больше в последнее время как-то переключились на лесные поиски. Да еще на таких местах, где, в принципе, монет-то маловато встречается. Эх, слышите? Я что, промахнулся? Да фиг знает. Сейчас. Скорее всего, у тебя что-то сверху летает. Походу, здесь что-то сверху лежит. Ну, о, прям... смотри, как интересно. Чё? Видели только что туман был? Там остался. Здесь вот за нами туман, лес, 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 хренак его нет. Вот я только глаза поднял, уже нету. Интересно, и ветра нет, такой он делся-то. Здесь, конечно, жалко, что здесь сохран не очень на этих полях. Ну... Да что какой ж ты? Есть? Это катается у тебя что-то там. Вот она. Есть. Зелененькая. Кругленькая. Вот по империи. Вот так. Какая-нибудь деньга? Не пойму. Ну, это как обычно. Воду я не взяла. Дай, что это, я не видно? Сейчас, а подожди, я, у меня перчатка есть. Она влажная здесь. Слушайте, ну интересная аномалия. Ну это не аномалия, это природа, как бы это понятно. Да, вот был туман, раз и нет, секунду. Вот он пропал. Причем там остался. Да.
Даже фокус начинает играть. Да, деньга. Ну, деньга, да. На Ятраке он звенит 0,9-46, ну, примерно таких вот. Сейчас я вам покажу ее, пока это реально. Ну, так, замызганная. Господи, на безрыбье. Не, ну, давно империю не копали. Можно себе позволить иногда. Короче говоря, выкопали находку, но мы ее не вскрывали. Сейчас покажу. Ушко какое-то торчит. Сейчас, подождите. Комары. Женишев. Ну, комары. Вон, видите? Давай. Ой, мама. Что это? Целый? Целый. А что это за крест такой интересный? А похоже, что это... Старое что-то. Бесогон. Бесогончик? Бесогончик. Скажи. Там плохо видно? Да, ребят, точно. Вот это номер. Точно бесогон, смотрите. Никита Бесогон. Собственной персоной. Камера чуть-чуть расплывается, темно. Она осветляет. Вот это зачет. Другая сторона спиленная. Да. Вот это прикол, вот это я не ожидал. Здесь они обычно как бы, не, ну здесь были и пропеллеры, и все остальное. Но в основном и здесь... огненосный здесь тогда Димка поднимал. А здесь все ломанное. Здесь мы даже от энкалпионов несколько навершин находили поломанных. Но, да, так как эти поля обрабатываются уже много-много лет, сами понимаете, что здесь все эти металлопластика вся поломатая. Вот это мы прогулялись. Вот это вот зачет полностью. Ставим лайки. Продолжаем разговор. Два сигнала дуплетом. Один вот там, второй вот тут. Так, первый. Это деньга Павла Первого. Да, уже, конечно, камере. Все, ребят. Тяжело. Темно. Деньга Павла Первого, держи. И какая-то то ли подвесочка, то ли... Обломок. Ё-моё. Но это лавинистая бронза. Фокусироваться не могу. Во. Может, все-таки фонариком подсвечивать? Ну, короче, какой-то, да. Темно. Камера светлит. Друзья, совсем стемнело. У нас следующая находка. Сейчас попробую с фонарем. Непонятно. То ли там есть что, но она целая. Короче, какая-то подвеска. Больше похоже на вислую печать, но какая-то она странная. Видимо, здесь что-то было. А положи на белую перчатку, я попробую сейчас. Не шевели только. Вот такая какая-то подвеска. Такое ощущение, что спилено что-то. Непонятно. Ушко целое. Блин, что ты шевелишь рукой. Ладненько. Вот так вот приходится. Посмотри, кстати, на фонарь. Не знаю, увидите вы. А, увидите. Видите, влажность какая. Да, этот вот он. Прям вода в воздухе. А вон туманище. Видите, да, прям на фонаре? Здорово. А ты вон туда попробуй, направо, если будет видно. Нет, так не помнит. Он расплывается. Вот так вот видно. Вот так забавно. Сейчас попробуем на камеру найти что-то в яме. Что-то оно есть там. Сложно и снимать, и светить, и... Вот здесь что-то. А вон оно. Видите?
Сейчас достанем. Оп! Так. Круглая монета. Что там? А, хрен его знает. Темно. Блин. Монетка какая-то, чувак. Непонятно. Лысая. Ладно, потом будем отмывать, смотреть. Вот так вот в темноте интересно. Сквозь туман, видите, пробивается все. Прикалываемся, думаем, что это такое, след самолетный или дым какой-то. Нет, короче, самолет. Находочка, свети на руку. На, не, прям бочком. Сейчас покажу. Тысячу лет не находили. Тысячу лет не находили. Прясло. Старое достаточно. Да, такое. У нас такие. Кто не знает, что такое прясло, на веретено снизу грузик надевался, чтобы... Оно крутилось. Чтобы оно крутилось для отвеса, для груза. Вот такая штучка. Вот как-то так все хорошее когда-то и заканчивается. Время 12 ночи. Уже подустали. Спасает вот эта фигня, конечно, здорово. Но даже сквозь нее при большом объеме комарья все равно умудряется прокусывать. Руки, перчатки не взяли. Нашли обломок пропеллера, нашли там еще несколько монеточек. Но в целом довольны, ходили-то недолго. Очень высокая влажность после вот этой грозы, тяжело дышится. У меня прям башка разболелась сейчас под, вот уже под ночь. Любка сейчас там дохаживает, ежик в тумане. Такие тела ползают. Не, ночной интересный, коп, очень интересный. Сколько мы практиковали. Слух обостряется ночью. Особенно часто вот, как сказать, ну, время 12, сейчас в 2 часа дня, в 2 часа уже будет светло. Самые короткие ночи, самые длинные дни. Но особенно это проявляется, когда копаешь в полной темноте. Вот осенью особенно, когда просто тьма, когда не видно собственных ног, носков, ботинок. Ты идешь в наушниках, у тебя слух обострен, то есть ты слышишь там малейшие какие-то глубокие сигнальчики. Очень много мы так вот находили интересных вещей с глубины. Так что ночной коп, кто не пробовал, попробуйте, обязательно интересная тема.